Славянская паралимпийская спортсменка Наталья Павлюкова завоевала бронзу на чемпионате Европы. На этой неделе она вместе со своим тренером вернулась с соревнований. Встречали их как настоящих победителей. Мои коллеги с подробностями. Спортсменка отделения адаптивных видов спорта школы «Триумф» Наталья Павлюкова в составе сборной команды России с 21 по 27 апреля принимала участие в открытом чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию, который проходил в Португалии. По итогам соревнований наша спортсменка стала бронзовым призером чемпионата на дистанции 100 метров брасом, тем самым завоевав себе путевку на паралимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже. Победительницу и ее тренера Наталью Пивневу овациями встретили на железнодорожной станции. Воспитанники и тренеры спортивной школы «Триумф», сотрудники управления по физической культуре и спорту во главе с начальником Александром Прищепой и, конечно же, родные и близкие чемпионки поздравили Наталью Павлюкову с таким высоким результатом. Будем болеть за нашу спортсменку на паралимпийских играх в Париже. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».